В Адыгейхабльском районе прошли 9-е игры народа Абаза. В ауле Апсуа собрались спортивные дружины не только из нашей республики, но также и из нескольких российских регионов и республики Абхазия. Подробности в репортаже Артура Мхце. У нас приехало 5 человек. Я сам буду участвовать в стрельбе из лука. Стрельбе из многокалиберной винтовки. Давно проживающий в Москве Мурадин Урчуков руководит столичным культурным обществом «Абаза». Параллельно увлекается стрелковыми дисциплинами. Он, можно сказать, постоянный участник соревнований, которые в 2024-м достигли 9-летнего рубежа. Игры народа «Абаза», организованные Международным объединением «Алашара», ежегодно собирают сотни спортсменов-любителей из многих регионов России, а также из-за рубежа. Я хочу поблагодарить всех, особенно простых жителей села Апсуа, которые работали и создавали, я бы сказал, этот замечательный стадион, многофункциональный. Я убежден, что и после соревнований эта замечательная площадка, уже наполненная энергией наших азартных спортсменов, будет служить не только село, но и республики в целом. Эти игры, они способствуют сплочению всех народов нашей республики, потому что на эти фестивали уже каждый год приезжают все наши братские народы, карачайцы, черкесы, нагайцы, русские, все мы одной единой семьей и принимаем в этом такое активное участие. Состязания включали в себя как командные дисциплины вроде футбола, волейбола или перетягивания каната, так и индивидуальные. Например, конные скачки, дартс, настольные игры и многое другое. Впрочем, для большинства участников итоговый результат в таблице далеко не самое главное. Куда ценнее возможность общаться с людьми, проживающими в разных уголках земного шара. Очень любим абазинские игры, ежегодно пытаемся участвовать. Единственное, в прошлом году не получилось, потому что не смогли собрать команду. А на самом деле, первый раз участвовали в Кубине в позапрошлом году. Тоже, к сожалению, проиграли, но бывает. Вот наша тактика заключается в том, что с каждым годом молодых новых ребят привозить, потому что это мероприятие проходит раз в год. И если ты сюда будешь ехать только за победой, ну, грош тебе цена. Здесь нужно знакомиться с братьями, с сестрами, потому что связь, которая здесь наладится, она намного сильнее, чем кубок или чем медали. Однако это вовсе не значит, что участники состязались спустя рукава, без энтузиазма. В этот день в Апсуа невозможно было найти равнодушных людей. Одни демонстрировали силу, выносливость, умение буквально выгрызать победу ценой неимоверных усилий. Другие умело справлялись с быстрыми скакунами, принимая решения, ценность которых завоеванные трофеи. 9-е игры народа Абаза подарили имена новых победителей и стали ярким, красочным праздником спорта, силы и дружбы. Артур Мухсе, Фатима Хунова, Ренат Муков, Миха Каракелян. Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгейхабльский район.